Транспортну систему Дніпра очікує низка нововведень. Так чиновники пояснюють, що транспортна сітка у тому вигляді, в якому вона зараз, застаріла і невигідна. Тобто деякі маршрути або змінять, або скоротять, або взагалі приберуть. Головна мета – оптимізувати маршрути і таким чином покращити якість переміщення дніпрян. Окрім цього, із серпня цього року дніпрянам слід очікувати подорожчання проїзду на міському електротранспорті. Що зміниться, коли та яким чином, поговоримо прямо зараз із гостем нашої студії, голова транспортного департаменту Дніпропетровської міськради Ігор Маковцев. Добрий вечір нашому гостю. У мене от сразу вопрос. Скільки літ у нас вже продовжується транспортна реформа? Ну, я думаю, що це процес нескінчаємий. То есть систематическая подход к работе, то есть подразумевает, что вы постоянно что-то улучшаете или реформируете внутри своего не там, мы, а вы. Ну, в свой, все, да, там образно, внутри своего сектора. Ну, если говорить о том, что вы только что анонсировали, ну, я хочу все-таки успокоить жителей. То есть на самом деле это не будет там образно по щелчку пальца все поменяется. У нас есть несколько глобальных проблем в транспортной сети, где маршруты, дублируя другие маршруты, пересекаясь по направлениям, заполняют основные магистрали. То есть от этого у нас достаточно сложная дорожная обстановка на этих магистралях. То есть это заторы, пробки, повышенные ДТП, ну и тому подобное. То есть, следовательно, мы увидели, что количество машин, как единиц подвижного состава, в городе превышает там, по сравнению с другими городами. Маршрутных автобусов вы имеете в виду? Именно подвижного... Ну, или всех у нас вместе, нет да? понятия маршрутных такси в городе. У нас все автобусы и все маршруты работают в обычном режиме движения. То есть, это не маршрутное такси. То есть, у каждого маршрута есть... А как называются вот эти вот транспортные средства, на которых мы передвигаемся, ну, или называем маршрутками? Они как подразделяются они по классности. То есть есть класс АБ, класс М2, М3 и так называемый первого класса. То есть все они подразделяются по пассажирововместимости, количество одновременно. Ну маршрутки это что? Класс какой? АБ. То есть если мы говорим о спринтерах, принятых, да, там, или газели. Да. Кстати, газели и спринтера есть и среднего класса. Угу. Все зависит, сколько в документах прописано посадочных мест. Игорь, смотрите, давайте, чтобы мы с вами время не теряли. Была недавно проверка. Ну, я не могу сказать точно она сроки. Продолжается, она продолжается, конечно. Да? Ну вот, честно, для нас, пассажиров, ничего не изменилось в результате. Что изменилось вот с вашей стороны, может быть, вы видите? Вы с кем-то разорвали договор, да. Вы кого-то наказали, вы кого-то изменили. Ну, мы, я не знаю, что стало лучше с вашей точки зрения? Мы можем говорить о том, что мы кого-то наказали, это когда разорвали договор. То есть, ну, может быть, оштрафовали тоже, я не знаю. У департамента нет полномочий такого. Штрафовать. Штрафовать может только Укртрансбезпек, как профильное направление именно контроля за пассажирскими, не только за пассажирскими, но и пассажирскими перевозками в том числе. Ну и, соответственно, полиция имеет право штрафовать за нарушение правил дорожного движения. У вас только договор. У меня, как у департамента, функционально я имею возможность разорвать договор с перевозчиком и, соответственно, назначить другого перевозчика. На данный момент мы поменяли перевозчиков на двух маршрутах. Каких? На 126-м, вы можете это наблюдать, и там появились автобусы первого класса. Если раньше там работало порядка 40 спринтеров, как вы говорите, маршруток, да, то сейчас на маршруте находятся 8 автобусов первого класса, большой вместимости. Это лоцманы, которые? Ну, вы или... принято говорить лоцманы. Лоцман – это торговая марка предприятия, ну, «Автотранссервис». Давайте, чтобы зрителям в нашем случае это «Автопромень». У нас не только у лоцмана есть автобусы большой Понятно. Вместимости. Да. То есть в данном случае это предприятие «Автопромень». Угу. На 126-м маршруте начало обслуживать. И поменяли перевозчика на 33-м маршруте. Критические нарушения были в тот момент, когда мы приходили проверять маршрут, маршрут пропадал. Вот люди просто Нет, банально возможно, съезжали поверю, с маршрута. Да. То есть мы посчитали, что это вообще неприемлемо.
То есть, ну, мы же не должны гоняться за водителями для того, чтобы проконтролировать состояние подвижного состава. И там тоже изменили автобусы? Там поменяли автобусы, то есть там не поменяли класс автобусов, но поменяли образно качество подвижного состава. То есть там находились автобусы в ненадлежащем техническом состоянии, сейчас там автобусы приличные. И 33-й, да. То есть сейчас то, что поменяется так кардинально, это 90-й, 77-й, 141-й. Там тоже на 90-м у нас проблема, то, что перевозчики отказывались обслуживать маршрут. Маршрут имеет длину в одну сторону там, порядка 28 километров. А вот, ну и, соответственно, тариф 7 гривен и специфика маршрута, ну, экономику не показывала. И предприятия отказывались, автобусы отказывались работать на маршруте. Соответственно, 77-й и 141-й, это у нас три маршрута такие архидлинных в поселок Таромское. Вот. То есть принято решение вывести некоторые графики вывести в экспрессный режим движения, ну и, соответственно, там тариф в таком виде движения не регулируется. То есть перевозчик назначает тариф экономически как бы обоснованный. Какой там сейчас самостоятельно тариф? Будет. Сейчас там 7 гривен, то есть будет, мы планируем до 10. Угу. До 10, да. Но при этом там кардинально поменяется состояние. То есть если сейчас у нас на 90-м маршруте там два графика всего функционируют, то сразу же появится 10 график, 10 машин. То есть, соответственно, очень важный вопрос. Смотрите, вы сказали об интервалах, да, вы сказали о том, что дублируются маршруты. Это вообще, вот объясните, это очень сложная процедура вот решить этот вопрос. Интервал движения и дублирование. Я вам простой пример могу привести, вопиющий такой. Троллейбус 12-го маршрута, который ходит на Победу, вслед за ним остановка 120-й маршрутки, которая ходит ровно точно по тому же маршруту, они совершенно вот ходят друг за другом, как попало, без интервала, с интервалом, отрегулировать невозможно. Вот неужели это так сложно? Там 12-й троллейбус идет, через 10 минут идет 120-й. Я, например, я дилетант, да, я понимаю, что есть специалисты. Почему этот вопрос никак не решается? Это же несложно. Вот обыкновенный график, начертить график. Люди знают, что через 10 минут он будет... есть этот график. Но его нет нигде. Второй вопрос. Может, он есть, но его никто не видит. В автобусе есть этот график. Он обязан быть. Нет, я жду троллейбуса, я должна пойти в автобус посмотреть график. Вот, например, я жду троллейбус. А вслед за ним стоит автобус по тому же маршруту, наполняется. То есть мы не понимаем, когда образно подъедет тот или иной вид подвижного да, состава. Да, и вообще, как они ходят, да, совершенно. Не знаем об этом. То есть для этого существует несколько систем. Ну, понятно, самая прямая система, то есть на тупиках находятся диспетчера маршрутов, на каждом маршруте есть свой диспетчер. В простонародье кричалки, говорят, да, раньше зазывали. Ну, уже нет. Уже нет. Ну, они просто сейчас не кричат, да. Они молчат, но здесь их нет. Нет, они есть, но они контролируют как раз вот этот вот интервал движения. И водителя фиксируют и говорит, когда ему приступать в движение. Но с электротранспортом они никак не взаимодействуют. Нет, конечно. У электротранспорта совершенно другие диспетчеры. У них свой диспетчерский центр и диспетчерские пункты, которые контролируют. А соединить их невозможно, чтобы они были системой, чтобы они приносили доход и тому виду транспорта, и этому. Давайте дальше. То есть вторая системная, как бы, системное решение – это наличие GPS-трекеров. То есть у нас в автобусах по договору должны все автобусы быть оборудованы GPS-трекерами. Соответственно, ну, там, можно сказать, не 100% оборудование, то есть все ломается. Ну, сейчас мы там говорим о том, что где-то процентов 77-80 у нас оборудовано. Соответственно, есть приложение, сайт Днепргортранс, на который вы можете зайти, выбрать тот или иной маршрут, и датчики GPS вам покажут, где находится тот или иной автобус. Помимо того, там на маршруте, когда он проявляется, кружочками обозначены его остановки. Эти остановки интерактивные. То есть, кликнув на остановку, выскакивает таблица. Через сколько? И в этой таблице указаны все маршруты, которые
которые двигаются через эту остановку, и следующий, и еще угу. один. То есть два транспортных работает средства. Работает эта система? Она вот работает, сейчас работает, сейчас вы проверяли. Посмотреть. Да, вот, ну, серьезно, закончим эфир, на остановках эфир, выйду QR-код, да, то есть на тех остановках, достаточно много остановки оборудованы QR-кодами, вы можете подойти любым QR-считывателем, считать QR-код, и эта таблица появится у вас в телефоне. То есть это но работает. Взаимодействовать с электротранспортом электротранспорт, они сейчас не оборудованы GPS, ни одного. Нет, а, у нас только второй маршрут вот оборудован GPS. Чтобы как-то логика GPS. Была, да, понимаете, я же недорассказал, да. То есть в этом году уже проведены тендера, подписывается, насколько я понимаю, договор, и все единицы подвижного состава электротранспорта также оборудуют GPS. Еще планируется в этом году установка 150 информационных табло. Вы их можете видеть, они есть. У нас в прошлом году при открытии второго маршрута троллейбуса эти два табло, как пилотным проектом, было презентовано мэру эта система. Два то есть, на весь город. Это в прошлом году. Сегодня, в этом году мы говорим, что это будет 150 этих табло. Ну и, соответственно, эти информационные табло будут иметь ту же информацию, что вы можете зайти образно на сайте посмотреть. Вот. Параллельно, если что-то будет случаться по маршруту движения, у диспетчера, поездного диспетчера, будет возможность высветить в этом табло информацию о причине там, сбоя на маршруте. Я поняла. Вот еще такой вопрос. Я так понимаю, что маршрутки, я буду называть так, как вы называют называете. Горожане, маршрутки — это наш бич, и мы от них, наверное, там никогда не избавимся, но если избавимся, то очень не скоро. Мэр анонсировал постоянное увеличение транспортного парка троллейбусов, трамваев. Хорошая идея, замечательная. Что я лично наблюдаю? Вот конечная троллейбусов. Каждый день стоит 4-5 троллейбусов с опущенными рогами и не едут. То есть они как бы есть на маршруте, но как бы их нет, да, они не едут. Знаете, складывается впечатление, может, они с маршрутчиками договариваются, да, чтобы люди переходили дорогу и вот шли дальше на маршрутку. Там же 7 гривен, а не полторы. Да, я понимаю. Нет, они не договариваются, они конкуренты на самом деле. Но почему перерыв может быть у одного, да? Почему 4-5, ну 3 стоят? Я вам объясню. То есть существует так называемое пиковое время. То есть это утренний пик и вечерний пик. Вечерний пик, он длинный, там растянут часа в 2, в 3. А утренний пик у нас специфический, он у нас очень острый, где-то в районе с 7:30 до 8:30. Ну да, мы знаем. Вот. То есть, следовательно, время. После того, как пик закончился, то есть количество подвижного состава, которое действительно работает на маршруте, резко уменьшается. Вы хотите сказать, что чтобы не гонять впустую, да, ну люди же на остановках есть-то при этом. Ну, мы же обязаны, вот смотрите, мы же обязаны выполнять снова же график движения. То есть по графику там троллейбус пойдет. Угу. Ближайшие ваши планы, что конкретно, ну не знаю, мне очень хочется, чтобы вы сказали, что мы почувствуем, что пассажиры почувствуют. Ну, ближайшие планы у нас единый билет. Маршрутки ужасные как были, ходят ужасно как ходили. Интервалы троллейбусов большие. Кое-где ходят новые троллейбусы, особенно в центре, ну, да, это хорошо. Если у них говорить даже... о троллейбусах, если говорить, да, о троллейбусах, то мы на данный момент, на сегодняшнее число, поменяли 50% подвижного состава. Мы за 3 года в городе появилось 51 новый троллейбус. Угу. А всего выпуск находится в районе 100. Да. То есть до половину. Да. Понимаете, да? Ну, второй кое-где, ходит, ну, более-менее не могу ходит, сказать. Говорят, да? Не, они все ходят. Проблема закрывания вечернего пика. То есть утренний пик электротранспорт полностью выдерживает, он закрывает, и жители спокойно могут пользоваться электротранспортом. Вечерний пик — это проблема. Проблема заключается в том, что водителю на линии можно находиться не более 8 часов. Из-за того, что у нас существует определенный брак кадров водителей, то есть мы всевозможно пытаемся их привлекать, но она до сих пор еще существует, эта проблема, необходимо, из-за того, что заканчивается время работы водителя, очень резко сокращается подвижной состав на вечернем пике. И мы говорим, что вечерний пик электротранспорт обслужить полностью не может. У автобусов это четкое нарушение графика труда и отдыха, то есть, ну, из-за того, что это частные перевозки, нам сложно там влиять на эту ситуацию.
Вот. Если сейчас идет тенденция по приходу, то есть есть положительная тенденция по повышению количества количества водителей, и как троллейбусов, и так и трамваев, я думаю, что в ближайшем будущем мы сможем закрывать вечерние пики. Угу. Что касается троллейбуса. Что касается развития сети. То есть мы постоянно, помимо того, что покупается подвижной состав новый, еще развиваем маршрутную сеть троллейбусную. То есть был восстановлен второй маршрут. Да, это все мы 14-й знаем, много рассказывали. 14-й маршрут у нас, это новый маршрут. В этом году мы планируем открыть маршрут на Сокол. В этом году солнечный планируем накрыть контактной сетью. То есть там будет возможность повысить количество графиков. Угу. В этом году продлевается 19-й троллейбус. Ну, не особо такое увеличение, но людям, которые живут ближе к Уральской, это будет знаково. 19-й троллейбус сейчас доходит только до улицы Каверина и mm-hmm. разворачивается. Мы его продлеваем до улицы Уральской, то есть он будет разворачиваться на улице Уральской. Что касается трамваев, то есть постоянно идет выпуск капитальных ремонтов вагонов. И вы также можете это наблюдать, и это действительно уже видно по городу. Да, трамваи Т3, Т3М, Т4Д, которые вышли из капитального ремонта, они имеют качественно совершенно другой вид. Угу. То есть каждый месяц мы выпускаем по 4-5 машин после капитального ремонта. То есть и методично мы будем закрывать вопрос именно по состоянию подвижного состава. Я поняла. Давайте по планам на сегодня закончим. Не дают мне больше времени, к сожалению, вопросы есть. Я бы вас еще раз позвала в студию. Мы тут дадим интерактив с зрителем, пособираем жалобы и вам тогда расскажем. А вы будете отвечать. Да? Хорошо, спасибо за визит к нам в студию.